Всем привет! Меня зовут Саша Гуржи, я нахожусь в Арабских Эмиратах. А это отель Rixos Premium. Приглашаю вас на маленький небольшой блиц-обзор этого отеля. Покажу вам номер, покажу вам немножко территории, пляж, в общем, всю основную информацию про этот отель. Я здесь не поселился, не проживаю, лишь заехал показать вам маленький блиц-обзорчик. В это время ставьте лайк на этим видео, бейте колокольчик, подписывайтесь на канал, на мой инстаграм и погнали на обзор! Отель Rixos Premium Dubai расположен в 21 километре от международного аэропорта Аль-Мактум на берегу моря в микрорайоне Jumeirah Beach Resort. В отеле 35 этажей и был построен в мае 2016 года, принадлежит сети Rixos Hotels. Отель расположен в престижном районе города, в непосредственной близости от крупных торговых центров Dubai Mall и Mall Emirates, а также известнейшего променада The Wall, где находится множество популярных баров и ресторанов. Этот обзор я снимаю в рамках инспекции отеля Эмиратов, поэтому он будет коротеньким, но, надеюсь, для вас содержательным. Сразу переключусь с вами на номер. В этом выпуске я вам покажу двухместный люкс. И после просмотра номера послушаем Gastrolation. Она нам расскажет о всей концепции отеля Rixos Premium Dubai. Ребята, нахожусь я в отеле Rixos 10 октября, и на момент этой даты практически все номера загружены, 100% загрузка, и показываю я вам двухкомнатный люкс. Нахожусь сейчас в душевой, показываю косметику, большой полноценный набор косметики отеля, в том числе зубные щетки, стаканчики. Все самое необходимое есть в номере, поэтому с собой привозить не обязательно. Хочу напомнить вам, что номер называется двухкомнатный люкс. Здесь две комнаты и полноценная гостиная. Позвольте еще раз представиться, меня зовут Анна, оригинальный представитель отеля Rixos в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть мы продаем все 4 наши отели, которые есть на сегодняшний день в ОАЭ. Что касается у нас отеля Rixos Premium Dubai, я не знаю, был ли кто-то из вас до этого в Дубае, знакомы ли вы с этим районом Jumeirah Beach Residences, да, для кого-то впервые, но это такой своеобразный центр города. Здесь у нас множество ресторанов, множество баров, развлечений, на пляже у нас там кальянные бары, пляжные клубы, то есть здесь жизнь кипит днем и ночью, в будни, в выходные, соответственно, здесь у нас наша привычная, любимая Rixos'ом концепция «все включено» абсолютно не имеет никакого смысла. То есть здесь у нас мы работаем только по завтраку и полупансион. Причем важный момент, полупансион на сегодняшний день у нас предоставляется только на завтрак и на ужин. То есть опции поменять обед на ужин, как это мы предлагали раньше, гостям пока, к сожалению, нету. Вот, вы видели, что отель у нас такой очень необычной формы, в форме алмаза. Вот правая башня, куда мы, где мы сейчас находимся, это отельный номер Rixos. Левая башня — это апартаменты, которые не принадлежат Rixos, то есть мы к ним отношений не имеем. Так как здание у нас такой очень необычной формы, площадь номеров всех категорий, в принципе, тоже будет варьироваться. Стандарты у нас идут от 32 до 48 квадратных метров. Если мы говорим про категории номеров, то стандартная категория Deluxe, это стандартный номер с видом на город, будет у нас выглядеть точно так же, как вот эта вот спальня.
справа. Mm-hmm. То есть вот это у нас был стандарт с видом на город. Далее у нас идет категория стандарт с видом на море, премиум рум. Это будет вот эта спальня. То есть абсолютно точно так же будет у нас выглядеть стандарт с видом на море. Далее у нас идут джуниор свиты, которые уже размещают себе 2 плюс 2, потому что стандарт только 2 плюс 1. Они у нас все смотрят на обратную часть здания, вот на марину, на город. И там даже есть такая фишка необычная в этом номере. В ванной, напротив самой ванной, огромное панорамное окно с видом на город. То есть можно принимать ванну и любоваться видами марины. Односпальные люксы также у нас есть, либо с видом на город, либо с видом на море. То есть, опять-таки, вот эта спальня плюс гостиная, one bedroom deluxe suite, вот эта спальня плюс гостиная, one bedroom premium suite с видом на море. И вот это самая высокая у нас категория номеров в отеле, two bedroom premium suite, то есть они идут только с видом на море, с такими вот панорамными окнами, видами на пальму и на колесо обозрения. Первый ребенок у нас идет до 12 лет, второй ребенок до 6 лет, бесплатное проживание во всех. Что касается нашего расположения, опять-таки возвращаясь к нему, мы знаем, да, что GBR — это муниципальный пляж, который не принадлежит ни одному отелю, но у нас вот есть такая, вы из окошка тоже можете увидеть, отдельно выделенная зона только для наших гостей, то есть это лежаки и зонтики, полотенца также предоставляются при выходе на бассейн, у бассейна гости также могут занимать, конечно же, себе места. Вот, пляж здесь, в принципе, тоже очень хороший, видите, достаточно чистая вода, очень пологий вход, то есть я, в принципе, даже для себя всегда выбираю либо GBR, либо кайт. Вот. По питанию, как я говорила, у нас BBHB, завтрак и ужин. На завтрак у нас включены безалкогольные напитки, чай, кофе, вода и вода. На ужин чай и вода. Касательно мини-баров, номеров. Смотрите, вот этот вот набор чай, кофе, капсулы или и вода, это будет бесплатно во всех категориях номеров, пополняется ежедневно при уборке номера. Мини-бар у нас будет включен, начиная с категории One Bedroom Deluxe Suite, то есть односпальный люкс с видом на город. Let's go. Ларито. Если выглянуть в окошко своего номера, открывается потрясающий вид на пальму, на Дубай-Марину и на сам город. Ну и, конечно же, можно заметить стройку, которая находится справа от отеля Rixos Premium. Сразу обращаю ваше внимание, что строительство, которое находится рядом, оно заморожено. Заморожена стройка с начала пандемии. И более того, в принципе, там работы все по строительству завершены. И к 2023 году обещают открыть новый отель. Там сейчас меняется подряд. Поэтому даже если вдруг стройка и возобновится, основные работы там уже выполнены, и ничего гудеть вашему отдыху мешать не будет. Если вам хочется спокойного, размеренного пляжного отдыха, тогда вам однозначно в Rixos на Пальме. Там первая береговая линия, детская инфраструктура и анимации. А вот Rixos Premium – это шумный отель в самом центре GBR для туристов, которые хотят прочувствовать ритм и стиль жизни этого города. Отель Rixos Premium Dubai расположен на первой береговой линии и имеет собственный пляж. На пляже есть шезлонги, зонтики, пляжные полотенца и кабаны. Но вот кабаны уже за дополнительную плату. Можно заказать себе маленькую кабану, стоимость ее 3000 дирхам, и разместиться здесь может до 10 человек. Или же большую, стоимость аренды кабаны 5000 дирхам, и здесь может отдыхать 20 человек. Эту сумму за аренду кабаны можно использовать также как депозит на еду и напитки, то есть выбрать все по меню, что вам захочется. Этот обзор я снимал в рамках инспекции отеля Эмиратов, поэтому он оказался коротеньким, но, я надеюсь, очень для вас полезным. Мне отель очень понравился, и я надеюсь, что в ближайшем времени я скоро обязательно вернусь и сниму для вас большой полноценный обзор. И, конечно же, вас интересует главный вопрос. Сколько же стоит тур в отель Rixos Premium Dubai на двоих на недельку?
Меня смотрят зрители с разных стран, и с каждой страны полететь сюда стоимость совершенно разная. Но я вам озвучу приблизительную стоимость при вылете из Украины на 7 ночей на 2. И средняя стоимость 4000 долларов за неделю. Если вы с Украины, я вам советую перейти на сайт sashatravel.com.ua и узнать актуальную стоимость на желаемые вам и даты вылета. А если вы из других стран, то лучше всего обратиться к своему турагенту, и он вам просчитает актуальную стоимость на ваши даты. Ребята, это был небольшой коротенький обзорчик отеля Rixos Premium. Я очень надеюсь, что выпуск был для вас полезен. Обязательно ставьте лайк этим видео, бейте колокольчик, подписывайтесь на мой канал и до новой встречи. А встреча будет очень скоро. Пока! Друзья, у меня чудесная новость. Теперь у меня есть сайт, на котором вы самостоятельно можете выбрать тур в любую точку мира. Здесь же можно словить как горящий тур, так и посмотреть актуальные цены на самые популярные курорты и за несколько минут забронировать отель. sashatravel.com.ua. Ну и конечно же, прямо сейчас подпишитесь на мой инстаграм, ведь именно в сторис мои подписчики первыми видят обзоры отелей, которые я сейчас снимаю для вас.